Дорогие друзья, существует никем не подтвержденная формула, что творческие люди должны быть в оппозиции к власти. Но что делать с тем фактом, если высшее руководство нашей страны, вице-президента и первого вице-президента, все делают для того, чтобы жизнь народа с каждым днем была все лучше и лучше? Что сделать с тем фактом, что уже, по-моему, 2003 года, 17-й год, наша страна в этом бурном море, которое творится сейчас в мире, спокойно и уверенно идет вперед? Что делать с тем фактом, лично, как говорится, своя рубашка ближе к телу, в 2008 году мы получили из рук президента вот это здание. Ваш покорный слуга за это время получил 2 ордена из рук президента. Наш коллектив получил из рук нашего президента статус академического театра. Я бы мог перечислять список того, что делает наш президент долго, и это заняло бы очень времени и много, но у него сегодня день рождения. Спасибо.